Тюльпаны – многолетние травянистые луковичные растения семейства лилейных. Они заслуженно пользуются широкой популярностью и распространены во всех странах с умеренным климатом. Тюльпаны являются наиболее красивоцветущими среди весенних цветов и к тому же относительно неприхотливы в культуре. Махровые поздние тюльпаны имеют густомахровые цветы, внешне напоминающие цветы пионов, поэтому их часто называют пионовидными. Махровые поздние тюльпаны имеют крепкие цветоносы высотой 45-60 см. От махровых ранних эти тюльпаны отличаются более крупными размерами всего растения и поздним сроком цветения. Махровые поздние тюльпаны имеют один недостаток – их тяжелые цветки часто обламываются от дождя и ветра. Это нужно учитывать при посадке таких тюльпанов и отводить им хорошо защищенные участки или подвязывать. Окраска тюльпанов этого класса варьируется от чисто белой до черной, может быть и двухцветной. Используются в основном для выращивания в садах и парках. Размножаются они довольно хорошо. Black Hero – высота растения 45 см. Цветок темно-бордовый, практически черный. Местоположение. Участок должен быть расположен в солнечном месте и защищен от ветра. Важно, чтобы он не имел неровностей, в которых весной и осень будет застаиваться вода. Это может привести к вымоканию и загниванию луковиц. Почва. Тюльпаны. Растения довольно неприхотливые и могут мириться с любой садовой почвой. Но наилучшей для них является рыхлая, хорошо дренированная, умеренно увлажненная, Т.Е. суглинистая и супесчаная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую суглинистую почву можно улучшить добавлением песка и торфа. Посадка. Тюльпаны высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опустится до 9-10 см. В средней полосе это вторая половина сентября, начало октября. Глубина посадки для садовых тюльпанов 15-20 см, ботанических – минус 10 см. Расстояние между растениями 10-20 см. Луковицы садовых тюльпанов нужно выкапывать каждый год. Место посадки тюльпанов лучше менять один раз в 4-5 лет. Размножение – луковицами-детками при выкапывании. Использование – для озеленения на срезку. Тюльпан махровый поздний Black Hero – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан махровый поздний Black Hero можно отнести к группе обыкновенная. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан махровый поздний Black Hero в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан махровый поздний Black Hero – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.